Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание культурно-образовательного и музейного комплекса в Севастополе. Соответствующее поручение по итогам совещания опубликовано в пятницу на официальном сайте главы государства. Центры, аналогичные севастопольскому, также появятся во Владивостоке, Калининграде и Кемерово. Ответственными за реализацию поручения назначены глава правительства России Дмитрий Медведев, губернатор Дмитрий Овсянников и его коллеги из Приморья Олег Кожемяка, Калининград области Антон Алиханов, а также глава администрации Кемеровской области Сергей Цивилев. Завершить разработку и обсуждение концепции планируется до 25 апреля. До конца предстоящего лета правительство вместе с главами регионов должно утвердить график строительства и ввода в эксплуатацию музейных комплексов. Все процедуры должны быть завершены не позднее 31 декабря 2023 года. Кроме того, глава государства поручил определить объем и источники финансирования на создание новой инфраструктуры.